Завершили занятия в школах. 9 и 11 классы выпускные. Куда пойти учиться? Этот вопрос всегда волнует каждого выпускника школ. Как поется в одной песне, перед вами полный рост, вдруг становится вопрос, что больше в жизни пригодится, то есть где пойти учиться. Ежегодно в Республиканском аграрно-экономическом колледже города Хасавюрт проводится очень важное мероприятие – День открытых дверей. И в этот раз в колледж приехали выпускники не только из Хасавюртовского, но и Бабаюртовского, Кизильюртовского, Казбекского, Налакского районов. А организаторы мероприятия сделали все, чтобы посещение учебного заведения запомнилось, как и должно быть в случае, когда познается что-то новое. Особое внимание выпускники уделяли педагогическому коллективу. Он заслуженно считается одним из лучших среди коллективов средних профессиональных учебных заведений в России. После ознакомления с колледжем перед выпускниками школ выступил коллектив художественной самодеятельности данного учебного заведения. Каждый год в мае мы собираем участников школ города для того, чтобы распахнуть свои гостеприимные двери для вас, юных, энергичных, творческих, увлеченных. Для того, чтобы сказать вам добро пожаловать в Республиканский аграрно-экономический колледж. Как быстро летит время. Вспомни, совсем недавно мы тоже были в качестве абитуриентов. Да, а сегодня мы уже студенты. Самого инновационного. Самого передового. Лучшего учебного заведения Дагестана. Республиканский аграрно-экономический колледж. Наше учебное заведение уникально и неповторимо. Спросите, почему? Потому что здесь собрана современная материально-техническая и информационная база. Наше учебное заведение уникально. Потому что благодаря нашим преподавателям мы участвуем и побеждаем в всероссийских, республиканских, а также в городских конкурсах. Наше учебное заведение уникально. Потому что уже с первого курса наши преподаватели готовят из нас талантливых детей. Мы сейчас говорим о том, что наш колледж уникален. И это правда, потому что его возглавляет уникальный человек, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан и Российской Федерации, кавалер орденов Дружбы народов и за услуги перед Республикой Дагестан, золотой медаль Всероссийского форума и образовательная среда 2011. Вам, Абдурагим Абдулзагирович, слово. Уважаемые выпускники школ, уважаемые родители, коллеги, как уже было тут сказано, наше учебное заведение – одно из старейших республики. В этом году мы 62-й раз встречаемся с выпускниками школ. У вас наступил один из ответственных периодов вашей жизни. Вам нужно выбрать свою будущую специальность. Это в сегодняшней нашей действительности очень ответственный момент, ибо правильный выбор специальности может вашу дальнейшую жизнь сделать благополучной, и если вы ошибаетесь в выборе специальности, то жизнь ваша может быть не совсем удачной, как вы ее планируете. Чтобы построить свою жизнь, главное сам человек, и этот человек должен иметь востребованное на сегодняшний день образование. Вдумайтесь только одну цифру. Вам предстоит работать 40-50 лет в будущем. И за 40-50 лет наша жизнь изменится до неузнаваемости. И те люди, которые не будут иметь современные знания, те люди, которые не будут иметь хорошие умения и навыки в работе, они в эту действительность просто не впишутся. Поэтому, как тут было сказано, мы делаем все, чтобы дать нашим студентам самые востребованные знания. Самое главное богатство наше – это наш педагогический коллектив. Наши преподаватели знают, как это делать. Мы технически оснастили все кабинеты нашего колледжа и аудитории, чтобы, значит, вам были понятны эти уроки, вам были понятны, значит, эти практические занятия, и с тем, чтобы вы могли, значит, в соответствии с образовательными программами сполна получить те навыки и умения. Тут более подробно расскажет, наш колледж неоднократно выступает победителем и в республиканских, и в всероссийских олимпиадах. Так вот, по механизации сельского хозяйства, среди почти 2000 колледжей, где имеют такую специальность, наш колледж дважды занимал
значит, второе и третье место. Вот они сегодня тоже едут на Всероссийскую Олимпиаду, и мы надеемся, что они будут в числе призеров. То, что касается нашей республики, мы, значит, впереди всех колледжей, значит, Олимпиада еще не закончилась, но уже достаточно уверенно можно сказать, что, значит, наши успехи тут неотразимы, и ни одно учебное заведение сравниться с этим не может. У нас очень хорошие спортивные достижения спортсменов нашего колледжа. Так вот, сегодня мы будем вручать премию. Один из наших студентов стал чемпионом мира в Санкт-Петербурге в международном конкурсе. То есть мы не только учим, мы хотим, чтобы наши студенты имели и спортивное развитие. Уважаемые выпускники и уважаемые родители, сегодня вы ознакомились с учебной базой нашего учебного заведения. Она у нас постоянно совершенствуется. У нас грандиозные планы на этот год. В этом году мы хотим закупить новое оборудование, сделать еще интересными наши уроки и наши практические занятия. Я хочу, чтобы сегодняшнее посещение нашего колледжа, все, что увиденное, услышанное тут, было предметом детального обсуждения в каждой семье, и чтобы вы приняли разумное решение. Мы готовы принять вас и обучать вас, дать вам самые востребованные сегодня знания. Спасибо.
является заведующий инновационным методическим центром, преподавателю высшей категории, почетному работнику Российской Федерации Гули Айнудиновне Лачиновой. Я хочу присоединиться к словам приветствия к вам, дорогие наши гости, выпускники школ. Наш колледж – это крупнейшее в регионе инновационное учебное заведение среднего профессионального образования. А сегодня среднее профессиональное образование становится мобильным и активно модернизируется. А квалифицированные специалисты все более востребованными на рынке труда в самых разных отраслях. Наш колледж более 50 лет ведет подготовку специалистов народного хозяйства. В своей работе сотрудники и преподаватели нашего колледжа руководствуются принципами доступности и качества обучения. Мы стремимся создавать комфортные условия для учебной и трудовой деятельности. Стать студентом РАЭК престижно и перспективно. Вы проживете интересные творческие студенческие годы, приобретете новых друзей, получите современное образование. У нас в колледже поддерживаются добрые традиции преемственности образования, толерантности и высокой гражданственности, следуя которым студенты чувствуют себя полноценными участниками, насыщенной событиями студенческой жизни. Об этом свидетельствуют и их достижения. Студенты колледжа неоднократно занимали и занимают призовые места и становятся победителями республиканских, всероссийских конкурсов и олимпиад по различным дисциплинам и во многих номинациях. Совсем недавно прошли олимпиады по экономике и бухгалтерскому учету, по программированию в компьютерных системах студенты Трукова Марьям группы Б41, Гаджиев Гаджи студент группы П41 заняли по республике второе место. А 11 мая на олимпиаде по математике студентка группы Б11 Магомедова Мадинат заняла первое место. Студенты Дациев Саид группы П41, Салманов Рашид группы П21 стали победителями конкурса «Молодые профессионалы» в номинациях «Графический дизайн» и «Веб-дизайн». Юсупов Камиль, студент группы М12, принял участие во всероссийском конкурсе, посвященном Дню Отечества в городе Оренбург, получил диплом первой степени. Во всероссийском конкурсе «Открываю страницы афганской войны» студенты Хамладжиева Асиль и Салманова Муминат также награждены дипломами первой степени. Во всероссийском конкурсе «Верны своей истории великой» победителем стала Баширова Яха, студентка группы Б12, награждена дипломом первой степени. Гремят истории колокола. Студенты группы Б14 Алибеков Джамбулат и Гаджигиреев Алибек получили дипломы первой степени. Студент группы 41 Хайбулаев Махач занял второе место на республиканском конкурсе «Лучший по профессии тракторист», который проходил в городе Буйнакске. На всероссийском конкурсе курсовых проектов студент группы М41 Нугаев Абубакар занял второе место в городе Острогожске, Воронежская область. Буквально сегодня вечером наш студент группы М41 Хайбулаев Махач выезжает сегодня в город Тамбов для участия во Всероссийской олимпиаде по специальности механизация сельского хозяйства. И многие-многие другие конкурсы, я их не буду перечислять, чтобы не занимать у вас много времени, но хочу подчеркнуть, участие студентов во всех республиканских и всероссийских конкурсах, олимпиадах, где они показывают отличные теоретические знания, компьютерную грамотность, свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов в нашем колледже. Гордостью колледжа являются и наши спортсмены, о которых нельзя сегодня не сказать. Такие, как Атлыев Рамазан,
студент второго курса отделения экономики бухучета, чемпион мира по восточному единоборству Ушу-Санда. Алиев Султан, студент первого курса отделения программирования в компьютерных системах, чемпион мира по тайскому боксу. Они также являются многократными чемпионами России и Дагестана по своим видам спорта. Студент второго курса отделения программирования Курманаев Карабудин, шестикратный чемпион Дагестана, трехкратный чемпион России, участвовал в апреле месяце в международном турнире «Восток-Запад» и занял первое место, став кандидатом в мастера спорта по боевому самбо. Среди студентов-чемпионов можно назвать таких, как Магомедов Магомед, Агалхаров Зубаир, Исрапилов Нажмудин, Гасанов Тимирхан и многие-многие другие. Во время экскурса по нашему колледжу вы, наверное, обратили внимание, как много кубков, медалей, дипломов, грамот завоевано нашими студентами. А закончить свое выступление я бы хотела бы словами нашего уважаемого директора колледжа Бексултанова Абдурагима Абдулзагировича. Творчество, полет мысли, уверенность в себе и горячее желание добиться успеха – все это черты объединяют наших студентов. Обращаясь к вам, к сегодняшним выпускникам школ говорим – дайте себе шанс получить полноценное образование и прожить яркую студенческую жизнь. Присоединяйтесь к нам. И помните, мы учим быть успешными, идти правильным курсом, строить далеко идущие планы и занимать ведущие позиции. Дорогие ребята, дорогие наши выпускники, от всей души желаем вам трудолюбия, реализации планов, воплощение самых смелых идей и самое главное для вас сегодня – грамотный выбор профессионального учебного заведения – это ваш выбор. Спасибо за внимание. Отделение «Экономика и бухгалтерский учет», кандидаты экономических наук, заслуженному экономисту Республики Дагестан Валиевой Абидат Асеевне. Сегодня наш праздник проходит в преддверии юбилея отделения «Экономика и бухгалтерский учет». В 1956 году при Хасавюртовском сельскохозяйственном техникуме было открыто отделение по подготовке бухгалтеров. Нашему отделению в этом году исполняется 60 лет. За это время выпущено более 4000 бухгалтеров. И многие из них сегодня работают на руководящих должностях нашей республики и за ее пределами. Только в нашем колледже трудятся более 15 выпускников нашего отделения. Ежегодно студенты отделения участвуют в олимпиадах и конкурсах и занимают призовые места. Бухгалтер – одна из важнейших профессий, без которой не может жить ни одно предприятие, чем бы оно ни занималось и на какой бы стадии развития оно ни находилось. От квалификации, знаний бухгалтера часто зависит судьба этих компаний. Традиционно данная специальность является одной из самых престижных в колледже. Будучи выпускником, каждый наш выпускник сможет профессионально обслуживать предпринимательскую деятельность всех форм собственности. Возможности трудоустройства для данных специалистов весьма обширны. Они могут вести трудовую деятельность в качестве бухгалтера, бухгалтера-кассира, специалиста планово-экономического отдела, специалиста контрольно-ревизионного отдела, главного бухгалтера. Сегодня наших выпускников можно увидеть в банке, пенсионном фонде, налоговой инспекции, отделениях социального обеспечения. Приобретенные знания и навыки позволяют выпускникам претендовать на престижную работу в серьезных организациях, иметь перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста. Добро пожаловать в наш колледж. Добрый день, уважаемые школьники. Хочу сказать, что 4 года назад я так же, как и вы, стояла здесь, в стенах этого колледжа, делая выбор. И сегодня, спустя 4 года, я ни разу не пожалела о том, что поступила именно в этот наш республиканский аграрно-экономический колледж. Нас здесь обучают
Высококвалифицированные преподаватели, которые доступно доносят до нас материалы, прививают нам профессиональные навыки и умения. Благодаря им я стала победительницей Республиканской олимпиады по бухгалтерскому учету. Также здесь проводится много мероприятий, открытых уроков, празднуются разные праздники. Вы можете стать участниками республиканских, всероссийских олимпиад. В общем, выбор за вами, но в любом случае двери нашего колледжа для вас всегда открыты. Спасибо. Слово предоставляется учителю года 2012, преподавателю высшей категории, обладателю гранта президента России, заведующей отделением программирования в компьютерных сетях Жанне Абсаидовне Аскеровой. Сейчас вы стоите на пороге выбора будущего. Перед вами открыты двери многих и многих учебных заведений нашей страны. Почему мы предлагаем выбрать именно наш колледж? А потому что мы лучшие, потому что мы рядом и работаем под девизом «Подготовка конкурентоспособных специалистов». И этот девиз успешно реализуется в жизни. За 60 лет существования колледжа выпущено более 17 тысяч специалистов, многие из которых трудятся на ответственных должностях в органах государственной власти и управления, являются руководителями хозяйств крупных предприятий и организаций. Выпускники нашего колледжа востребованы на рынке труда, так как мы уделяем большое значение практическому обучению студентов. Давайте окунемся в ауру будничных дней учебного заведения. Одним из главных вопросов для будущего студента и их родителей является, чем же я здесь буду заниматься. Нашим студентам никогда не скучно. С гордостью сообщаем, что материально-техническая база колледжа всегда поражает наших гостей. Актовый зал, конференц-зал, 9 компьютерных кабинетов с доступом в сеть интернет, большая библиотека, а еще 2 уютные столовые. В нашей дружной семье есть много интересных традиций. На всех праздниках концерты готовят участники художественной самодеятельности колледжа. Несколько слов хочу сказать по отделению программирования в компьютерных системах. В этом году мы отметили юбилей 10 лет открытия отделения. Еще совсем недавно представители этой профессии окружающие воспринимали едва ли как не пришельцев из будущего. Но шло время, и сегодня программисты – привычная, незаменимая часть нашего общества. Неугасающий спрос на этих специалистов объясняется просто. Без внедрения современных информационных технологий во все сферы нашей жизни в наши дни не обойтись. Мы научим вас создавать программы, необходимые для автоматизации любой деятельности. Научим вас следить за исправностью их функционирования. Мы уверены, что наши выпускники не обречены пополнить армию безработных, так как многие работодатели предпочитают приглашать к сотрудничеству именно начинающих специалистов. Поскольку у них еще не погасло желание грызть гранит науки, и их можно быстро переучить под нужды компании. Если вы хотите яркой студенческой жизни, хотите стартовую площадку в новую, взрослую, интересную событиями жизнь, хотите обучиться навыкам программирования, усвоить теорию бухучета, хотите быть уверенными в себе и своих возможностях, тогда вам нужно идти к нам. Меня зовут Магомед Кузбек, я студент первого курса отделения программирования компьютерных систем. Ровно год назад я, как и вы, был в этих стенах просто гостем. У меня сложились в тот день приятные впечатления о колледже. Я впервые в тот день увидел, как прекрасно, весела и интересна может быть студенческая жизнь. В тот день, посоветовавшись с родителями, я решил поступить в Республиканский аграрно-экономический колледж. Теперь я студент первого курса аграрно-экономического колледжа. И я советую вам поступить в наш Республиканский аграрно-экономический колледж. Это поможет вам стать успешными в жизни. Вот мы видели друг друга, сегодня и свела судьба. Встретились два друга с юга, год не видели друг друга. Этот год считается за два.
расставаний. Но друзей нам забывать нельзя. Не имею я других желаний. Были бы рядом верные друзья. К сожалению, нам не все подвластно. Нас опять дороги развели. Но грустить не надо понапрасну. Радость встречи ждет нас впереди. Встретились два друга с юга, но не видели друг друга. А сегодня и свела судьба. Встретились два друга с юга, но не видели друг друга. Этот год считается за два. Встретились два друга с юга, но не видели друг друга. А сегодня и свела судьба. Встретились два друга с юга, но не видели друг друга. Этот год считается за два. Часто разделяют расстояния, но для дружбы расстояний нет. Только друг достоин понимания, друг, с которым дружишь много лет. Времени отпущено так мало, каждая минута и дрожи. В этом мире мало что осталось для ума, для сердца, для души. Слово предоставляется заведующему отделением механизации сельского хозяйства, преподавателю высшей категории, лучшему преподавателю СПО Республики Дагестан Яхье Насрудиновичу Эжуеву. Добрый день, уважаемые гости и выпускники школ. Я от имени преподавательского состава и студентов отделения механизации сельского хозяйства, технического обслуживания, ремонта автомобильного транспорта приветствую вас на нашем празднике Дни открытых дверей. Пускать механику мы начали еще в 1972 году на базе, тогда он назывался Хасютовский сельхозтехникум. Так, за эти 44 года в колледже было выпущено более 3000 выпускников по специальности механизация сельского хозяйства, которые работали и работают во всех отраслях в народном хозяйстве Республики Дагестан. В Дагестане не было сельхозпредприятий, где бы не работали наши выпускники. Наши выпускники назначались не только на должности среднего звена, также по степени подготовки, то есть они всегда обладали хорошей подготовкой, обладают, назначались и главными специалистами, и руководителями хозяйств. Так, среди наших выпускников очень много достойных людей, которые занимают высокие должности и стискали в себе уважение не только у нас в республике, но, можно сказать, и по всей России. Ну, среди них сегодня вот можно привести несколько примеров. Это, например, Лемеха Павел Андреев, работает оперативным дежурным по ГРН-войск Сибирского военного округа. Кадыраджи Мурат, управляющий филиал Россельхозбанка, у нас рядом, тоже выпускник нашего отделения. Таких достойных выпускников у нас очень много. И сегодня студенты отделения принимают самое активное участие во всех мероприятиях, которые у нас проводятся в колледже, принимают участие во всех республиканских и всероссийских конкурсах и олимпиадах. Так, в этом году мы принимали участие во всероссийском конкурсе курсовых проектов в Воронежской области, где вот среди учебных заведений, принимающих участие в этом конкурсе, заняли вот призовое второе место. Можем гордиться своим успехом, хотя это было недавно в прошлом, это 2012-2013 годы, когда... Благодаря мероприятию мы, родители, узнали многое об этом учебном заведении. И в выборе профессии у нас уже не было никаких сомнений. Мы, родители первого курса, не сомневаемся, что наши дети выйдут с этого учебного заведения востребованными специалистами. Хочу сказать большое спасибо преподавательскому составу. Спасибо Абдурагиму Абдулзагировичу. Хочу пожелать вам удачи. We'll be right back.
Республиканского аграрно-экономического колледжа, который входит в состав этого ансамбля. Но здесь говорили о наших спортивных достижениях, и хочу сказать, что сегодня выпала такая честь поздравить нашего студента Курбанаева Карабдина, студента группы П-25, программиста, с его победой на Олимпиаде «Восток-Азия». Я надеюсь, что это будет Олимпиада когда-то, имеется в виду Олимпиада мировая, где боевое самбо будет олимпийским большим таким видом спорта, и он нам принесет олимпийскую медаль. Так, Карабдин, пожалуйста, сюда. Я знаю, что спортсмены у нас очень скромные. В этом турнире, не Олимпиада, это был спортивный турнир, участвовали все страны мира, где имеют очень хорошие школы по боевому искусству, по боевому самбо. Значит, и наш студент 52 килограмм стал абсолютным чемпионом, завоевал первое место. Мы присутствовали, он недавно только приехал. Турнир закончился после праздника, вот он недавно приехал. Сегодня мы его награждаем почетной грамотой, значит, колледж и денежной премией. Вот. Мы обратились в Министерство образования, которые тоже, значит, должны отозваться на наше обращение, наградить тоже его почетной грамотой и денежной премией. И обратились в администрацию. Поскольку тут сидят два заместителя, я думаю, поддержат эту инициативу. Значит, Карамдин, мы тебя сердечно поздравляем. Он прославил нашу республику, наш спортивный город Хасавюрт, наш колледж. Поэтому честь, хвала ему. Молодое поколение, которое выбрало те профессии и специальности, которые всегда требованы на рынке труда. Бухгалтер, программист, механизатор. Обучаясь специальностями, проходя один общий трудовой путь, ребята, естественно, становятся дружным коллективом, находят в себе друзей, влюбляются. Этот музыкальный номер мы дарим всем преподавателям, сотрудникам и студентам Республиканского аграрно-экономического колледжа. Поет Ибрагим Алмадина. Похлопали. Вставай, с первыми лучами вставай, мир для меня открывай, испытание моего рода. Вставай, 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 с первыми лучами вставай, слова не забывай, испытание моего рода. Вставай, вставай, парад высоко, там где солнце встает, нежный горизонт, небо всем поет. Экстрим, хочется экстрим, я к тебе приду, через что в туман поспешу ко мне, вижу океан, океан. Миг, через миг, вставай, с первыми лучами вставай, мир для меня открывай, с дыханием природы вставай, 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 с первыми лучами вставай, слова не забывай, с дыханием природы вставай. Гавани открывается утро, ты цветешь, как незабудка. Экстрим, хочется